я застрял внутри этого огромного красного круга, который имеет свойство бесконечно сужаться и хранит в себе самых страшных злодеев, как, например, гигантская кровавая Алекс или даже настоящий предатель из Among Us. Не забудьте, кстати, нажать на эту красную кнопочку подписаться, ведь я безумно стараюсь над каждым роликом и досматривать этот ролик до конца, чтобы узнать, смогу ли я выбраться из этого круга или все же умру. Окей, нам нужно серьезно поговорить. Я знаю, вы сейчас скажете: боже мой, кто ты такой? Почему ты похитил Тумку и, самое главное, почему ты звучишь как протухший пельмень? Да, у протухшего пельменя нет голоса. Да, если честно, это результат того, что я болел целых 4 дня, и, как вы понимаете, я все еще болею. К слову, именно столько у меня не выходили ролики на канале, поэтому думаю, вы можете понять, почему именно у меня не выходили ролики, а если не понимаете, то ссылка на мой телеграм-канал есть в описании. Итак, теперь, когда мы определились, что мой голос настолько же прекрасный, как и протухший пельмень, я решил зайти в Майнкрафт, и знаете что? Я появился в какой-то необычной деревне, но она почему-то окружена каким-то красным кругом. Судя по всему, я даже не смогу отсюда выбраться, поэтому для того, чтобы понять, где мы находимся, мы, пожалуй, начнем с первого, что мы сделаем в Майнкрафте. Это срубка дерева. К слову, мы только что завели какой-то моторчик, потому что сверху появилась надпись «Выбраться из круга». Какое-то предательское дерево. Окей, подбираем этот блок, и что? О май гад! Что это такое? Мы заспавнили какую-то лаву. Мне нельзя кричать, Майнкрафт, пожалуйста. Майнкрафт, не заставляй меня кричать. Мне просто нельзя сейчас повышать свой тон голоса. Что за стрелочка вниз? Какая-то очень подозрительная стрелочка. Но тут лава, которая будет растекать вниз, мне нужно срочно что-то делать. Я просто добыл одно дерево. Неужели в этом мире криминально добывать просто одно дерево в Майнкрафте? Куда мы забрели? Боже мой, тут изображен какой-то крафт, и это крафт часов из меда. Что это за часики и почему они крафтятся из меда, колокольчика и золотой морковки? Ладно, как бы там ни было, возвращаемся обратно. Смотрите, внизу у меня отобразились предметы, которые мне сейчас нужно найти. И один предмет я уже нашел. Это колокольчик, но колокольчик прямо под лавой. Боже мой, быстрей! Нужно пройти паркур, и желательно очень-очень быстро, потому что лава растекается все ниже и ниже. Так, аккуратненько. Добавим или знаете что? Добавим сразу целый блок. Куда они пропали? Стоп! Окей, он упал. Фух, я испугался, что я потерял колокольчик, но нет. Колокольчик на связи, ребята. Надеюсь, у вас он тоже есть. Также я вижу какой-то невидимый блок, и это что-то очень подозрительное. Так, стоп, в этом что-то есть. Что не так с этим арбузом? Ну-ка, подскажи. Оу май гад! Мы в одно касание добыли сразу всю ферму. Окей, зачем? Оу май гад, я нашел морковку. Окей, она здесь как раз таки была спрятана. Но следующая задача у нас немножко потяжелее, потому что, о май гад, что? Мне показалось, ли только что лава снизилась еще на один блок ниже. Стой! Следующая задача, нам потребуется пчелиные соты, но для них нам, наверное, понадобятся ножницы. Так, где мы возьмем железо? Окей, кажется, я нашел железо, еще и поломанное. Голем в плохом состоянии. Мне кажется, тебя просто нужно один разок ударить. Опа, железо быстренько забираем мне в карман. Мы получили целых 5 штук железа. Отлично, это было явно выгодное вложение. Теперь нам нужно где-то найти палки. Окей, быстро добавим еще немного дерева. Оно нам пригодится немного позже. А пока что быстренько берем 2 железа, делаем все ножницы и отправляемся за пчелами. Вероятнее всего, подруги, вам это не понравится. Сразу извините. Окей, быстренько забираем пчелиные соты. Нет, уходи! Не приближайся! Окей, мы вроде как выбрали пчелиные соты. Все, что мне осталось, там какие-то часы. Окей, где мне взять эти часы? Что это за часики? И что это за человек такой? Мистер городских фокусов-покусов. Hello, загадочный мужчина, мастер городских фокусов-покусов. Кто ты такой? Что ты мне подскажешь? Оу, он как раз-таки обменивает часы на какую-то кирку. А это точно выгодный обмен? Видимо, нам нужно взять прямо сейчас, сделать себе еще один верстак, потому что много верстаков не бывает, и быстренько составить тот крафт, который у нас отображался. Берем вроде морковку сюда, и последний колокольчик. Есть, все, мы получаем обыкновенные часы. И если мы дадим ему часы и семя пшеницы, мы получаем кирку. Отлично, мне кажется, благодаря этой кирке мы как раз-таки сможем добыть обсидиан. Но где мы возьмем обсидиан? Так, стрелочка вниз, что-то нам подсказывает. Я нашел обсидиан. Быстро, 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 не теряем времени, ни секунду, прыгай вниз. Окей, а куда мы, собственно, прыгаем? Окей, мне это не нравится. Слишком темно, я ничего не вижу. Кто выключил свет? Я ничего не... Оу май гад, куда мы попали? Такое ощущение, что я попал в не самое приятное место. И кто мне стреляет? Стоп, а в меня кто стреляет? В меня однозначно только что кто-то стрелял. Кто стреляет этими фаерболами? Здесь что-то неладное. Эти фаерболы не могут исходить просто из ниоткуда. Там явно кто-то стоит, явно... Оу май гад, боже мой, это гигантская Алекс. Что я тебе сделал? Почему ты пытаешься меня убить? Знаете что, окей, она, видимо, пытается меня убить, а мне нужно попасть в 4 кристалла. Пока что единственный путь, что я вижу, это вот этот вот паркур, по которому мне нужно аккуратненько пропаркурить, без того, чтобы желательно умереть. И крайне желательно, чтобы в это время меня не скинул Алекс. Пожалуйста, не стреляй в меня своими фаерболами. Мне просто нужно допаркурить. Отлично, все. Мы допаркурили до вершины. И самое главное, что мне нужно понять, что мне здесь нужно делать. Вы просто на это посмотрите. Посмотрите на эту гигантскую Алекс, которая всеми силами пытается меня убить. Но что тут за сундук? Сундук с каким-то непонятным стеклом и пустой ячейкой. В эту ячейку нужно явно что-то положить. Окей, гигантская голова Алекс. Возможно, как раз-таки ее нам и нужно туда положить. Так, положим гигантскую голову Алекс. Возможно, одну недостаточно. И окей, я вижу еще одну, еще две, еще три головы. Возможно, нам нужно собрать все. Прости меня, гигантский Алекс, но я украду все твои головы. И вполне возможно, что если мы их положим все в сундук, то может быть что-нибудь страшное да произойдет. Все, мы положили. Да! Окей, что-то случилось, но я не понимаю, что. Мне выдали какой-то зачарованный лук. Неужели для того, чтобы убить Алекс? Хотя стоп, нет, скорее.
скорее всего, для того, чтобы сломать все кристаллы. Окей, ломаем один кристалл. Я не знаю, что именно случится, но я знаю, что это сейчас наша миссия. Для того, чтобы отсюда выбраться и спуститься ниже, нам нужно сломать все 4 кристалла. Последний кристалл, и все. Прости меня, гигантский Алекс, но мы что-то сделали, мы что-то как будто бы взорвали. Здесь только что. О, случился взрыв! Окей, случился взрыв, и там появилась какая-то дыра. Прыгаем в эту дыру! Окей, я умру. Нет, я умру. Зачем я прыгнул сюда? Зачем я прыгнул в эту дыру? Что происходит? Меня куда-то телепортируют и куда меня присасывают? Меня телепортировало в какое-то закрытое помещение. Алло, что это еще за место? Завершите стойку для брони. Я попал в какой-то как будто космический корабль из Among Us. Не знаю, что это, но тут сундук, который... Почему-то не открывается? Нам заблокировали сундук и нас заперли в какой-то головоломке. И тут какие-то люки, в которых абсолютно ничего нет. Вау! Вот это, понимаю, технологии. Полезные люки, полезные ножные плиты, на которые я вообще боюсь наступать. О, подожди, тут имеется... Окей, я нашел какой-то ключ. И вполне вероятно, это ключ от сундука. Есть! Кожаная броня! Полагаю, это полезно. Но явно не для того, чтобы мы это на себя надели. Потому что, судя по всему, тут есть стойка для брони. И нам нужно с этим что-то сделать. Так, я видел какую-то кнопку, нажимаем и... Окей, у нас вылетают какие-то стойки. У нас вылетают какие-то стойки для брони. И возможно, нам нужно запомнить, в какой броне они надеты, чтобы ее повторить здесь. Полагаю, мы сюда нажимаем, у нас вылетает фиолетовая броня, но фиолетовая броня без шлема. То есть, по логике, мы берем фиолетовый шлем и ставим его сюда. Я, конечно, не уверен, что моя теория верна, но давайте проверим, окей. У красного не было штанов. Допустим, мы берем красные штаны и целуем их сюда. Однако, почему у меня нет желтой и зеленой брони? Стоп, мне кажется, мы упустили какой-то сундук. Ага, вот он ты где. Еще не сундук, в котором... О май гад, что? Золотые яблоки из Among Us? Полагаю, окей, мы на космическом корабле из Among Us. Тут все предметы связаны с Among Us, съедаем. А для зеленой брони, видимо, нам нужно понаступать на эти нажимные плиты. О, да, я нашел что-то, и кажется, это как раз-таки сундук, который... Эй, почему не открывается? Однако, если попробовать ключом, то да, все, мы открыли сундук, забираем стрелы, непонятно зачем, и зеленую броню. Полагаю, теперь мы снова нажимаем на нашу кнопку и стоп. А мне показалось, или золотая броня там была полноценна? А, нет, кроме ботинков. Получается, берем ботиночки сюда, и все, что осталось, это нагрудник. Если я правильно понимаю, то нагрудник у нас вроде должен быть из зеленой брони. Так, проверяем, все верно. И, por favor, месье, не опозорьте меня. Нажимаем на кнопочку. О, лава, лава, что? Мы открыли, открыли. То почему лава? Почему начала развиваться лава? Окей, неважно, бежим! У нас появилась какая-то растекающая лава и паркур, который аккуратненько мне, видимо, нужно пройти. Окей, главное, чтобы мы не провалились, потому что мы пойдем к этой голодной горячей лаве, в которую я падать не хочу. А прыжок? Что это еще такое? Следующая комната, в которую нам нужно, видимо, попасть, полностью уже заполнена лавой. Окей, аккуратненько перепрыгиваем. И тут дверь, в которую, я так понимаю, мы просто можем зайти, серьезно? А, недостаток электроэнергии. Видимо, все не так же просто. Что-то в этом мире не так. Найдите другой способ открыть дверь. Окей, полагаю, мы аккуратненько можем перепрыгнуть через эту лаву и вернуться обратно в нашу начальную комнату. Нет, окей, видимо, не так уж аккуратно. Я начинаю умирать. Нет, мне это уже не нравится. Главное, чтобы я не умер. Главное, чтобы я не умер. У меня имеется яблоки из Among Us, которые обязаны меня спасти. Тут какой-то сундук, и в нем хранится зажигалка и TNT. Окей, главное, чтобы я не умер. У меня 2,5 сердечка. Я не хочу умирать. Продолжаю съедать яблоки. И о, нет, мне опять нужно прыгнуть. Ладно, съедаем одно Among Us, я сказал, эту яблоко. Аккуратно, прыжок. Найс. И теперь нужно, получается, все это подорвать. Окей, главное, чтобы мы убежали подальше. Потому что сейчас будет большой, видимо, бум! Полагаю, нам нужно дальше в этот проход, но самое главное, чтобы в нем не таились какие-нибудь предатели из Among Us. Окей, знаете что? Раз я добыл себе столько брони, я в теории могу ее прямо сейчас на себя надеть. И, наверное, лучше надеть на себя золотую, которая будет защищать немного лучше. И ждите меня, кто бы тут ни был. Какие бы тут ни были предатели из Among Us, когда маленькая комната, что, неужели мне нужно просто сюда всадить? О-о-о! Что происходит? Что это за телепортер? Это какое-то место с каким-то телепортером, который меня, видимо, куда-то сейчас будет перемещать. Мне не нравится эта затея! О, боже мой, я попал в другую! Ой, красный круг! Я не знаю, хорошо это или плохо, но мы выбрались из космического корабля Among Us, и с нами общается какой-то мистер Бист. Сегодня вы будете соревноваться в борьбе за свою жизнь. Окей, этим меня не напугаешь. Я слышу эти слова почти каждый день. И на самом деле, кто такой мистер Бист? Я знаю, кто это такой. Это самый популярный ютубер по Майнкрафту, и даже нет. Это, в принципе, самый популярный ютубер просто в мире. Если вы раньше думали, что PewDiePie самый популярный ютубер, то нет, потому что мистер Бист его уже давно обогнал. И почему мы находимся в красном круге самого популярного ютубера? Что ты там делаешь на троне? Эй, слезай! И кто это, твои друзья, что ли? Соперник номер один, соперник номер два и соперник номер три? Шрек и накачанный Стив, серьезно? Почему они являются моими соперниками? И почему тут стоит какой-то рычаг? Судя по всему, на него нужно нажать, после чего мы что-то, наверное, активируем. О, нас телепортировало! Нас телепортировало на какое-то испытание. О май гад, что происходит? Почему меня телепортировало на испытание с Шреком? И что нам нужно делать? Окей, погнали! Куда мы погнали? Я не знаю! Мы находимся на какой-то арене, и сверху написано «Алмазов 0 из 10».
Окей, судя по всему, нам нужно искать алмазы. Ищем алмазы, быстро копаем нашей супер киркой, которую нам выдали. И это какая-то очень странная кирка с подвохом, но неважно. Главное, что она копает и копает хорошо. Алло, где мои алмазики? Я вижу только белый диорит. И почему я вижу диорит? Стоп, он почему-то у меня в инвентаре превращается в динамит. Его даже не нужно подрывать, он сам взрывается. Так, давай, взрываем территорию и находи мне алмазы. Так, о, нашел алмаз, быстренько. Так, добавим первый алмазик. И мы близимся к нашей цели. Так, добавим диорит, потому что диорита можем быстренько взрывать очень много динамита. И нам нужно первее всех остальных, первее Шрека. Самое главное, найти алмазы. Так, давайте, где еще алмазы? О, еще один алмаз вижу, найс. Я не знаю, сколько алмазов у них, но с помощью такой копалки мне нужно первую найти все 10 алмазов. Так, о, я нашел... Тот нашел какой-то сундук. Возможно, в нем тоже хранятся алмазики. Так, открываем и... В нем хранятся снежки. Типа, вы мне предлагаете таким образом избавиться от врагов или что? Окей, знаете что, неважно, все. Забираем снежки и, судя по всему, мы будем стрелять этими... Оу, май... Окей, я все понял. Я все понял. Это не обыкновенные снежки, это супер снежки 3000, которые еще и нашли мне огромное количество алмазов. Сколько, говоришь, алмазов? 7 штук. Отлично, осталось всего лишь 3 штуки. И знаете что? Пойдем похвастаемся перед игроками. Так, возьмем, просто стреляем прямо в него этим снежком и... О, боже мой, посмотрите на него. О, как пристально он пытается найти алмазы, он даже не замечает, что они прям перед ним. Пойдем посмотрим, когда накачанный Стив пытается найти алмазы. О, боже мой, ты ищешь алмазы. Жесть, наверное, тебе тяжко, очень тяжело. Вообще, алмазы вокруг даже не замечаю. Я уже молчу про этого Шрека, который сам же пробегает мимо своих же алмазов. Братан, что ты тут делаешь? Иди обратно в свою сказку. Полагаю, мне все, что осталось, надо добыть 2 алмаза, поэтому один алмазик добыли, еще один алмазик добываем, есть! Испытание только что выполнено. Все, мы выполнили испытание и попали на еще один закрытый круг. Кстати, в нем резко появились какие-то конвейеры, которые... О май гад, что происходит? Что здесь происходит? Тут появились какие-то конвейеры и машины, которые теперь пытаются меня убить. Что за терминаторы, которые захватили мир? Окей, я не хочу умирать. Нет, я не хочу туда попадать. Я явно там умру, поэтому идем в обратную сторону. И такое впечатление, что этот красный круг просто не хочет ни в какие ворота меня отсюда выпускать. Окей, аккуратненько. Там стрелы или что? Нет, это не стрелы, это просто воздух. Окей, все в порядке. Тут стена, которую нам нужно каким-то образом открыть. И, возможно, нужно просто сюда нажать. Все, найс, мы открыли стену. И о боже мой, окей. Тут уже явно стрелы. Нам нужно аккуратненько через все это пройти и, видимо, нажимать на все кнопки для того, чтобы нас пропускало дальше. Так, стоп, там опять эти штуки, которые меня убьют. Нет, 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 обратно, обратно, обратно. Все, нам, видимо, нужно было сюда, и явно нужно спуститься вот сюда вниз. Главное не наступать на вот эту штуку, которая, скорее всего, убьет меня просто за миллисекунду. Так, аккуратненько перепрыгиваем. Нажали на эту кнопку, и йоу, меня кто-то выкидывает. О боже мой, ладно, аккуратно, я не хочу упасть в эту лаву и в эти машины, которые хотят меня уничтожить. Значит так, куда мне нужно передвигаться? Самое главное, куда бы я ни пошел, чтобы там не было лавы. Полагаю, мне нужно спуститься вот сюда вниз. Видимо, красный круг просто не хочет меня отсюда выпускать. Все, мы нажали на последнюю кнопку, и у меня сверху пропала надпись. Это означает, что, видимо, мы нажали на все кнопки, на которые нужно было нажать. Вы только посмотрите на эти машины, которые готовы были сделать фарш за миллисекунды. Ладно, но куда мы попали? Я вижу, куда шахту, и окей, спустись наконец-таки поставил. О май гад, о май гад, что? О боже мой, куда я спустился? Куда я только что спустился? Я попал в какой-то маленький красный круг. Неужели меня здесь просто заперли? О боже мой, что это такое? Откуда на моей головой вдруг появилась лава? Нет, 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 лава, уходи. Только не говорите мне, что она еще и спускается вниз, пожалуйста. Лава, уходи. Что мне здесь нужно делать? Я попал в маленький красный круг, где надо мной просто лава, которая готова меня убить в любую миллисекунду. Что мне нужно делать? Так, окей, пожалуйста, я приношу жертву свой фиолетовый нагрудник. Пожалуйста, прими его красный круг. Он у меня его забрал. Прими в виде жертвы, пожалуйста, мои золотые яблоки. Прими мое дерево, прими мои кирки. Только не убивай меня, пожалуйста, окей. Может быть, мне нужно спрыгнуть. Может быть, мне реально просто нужно взять и умереть. Кажется, у меня просто не остается другого выбора. У меня просто нет другого выхода, кроме как просто спрыгнуть. Я не знаю, это очень странно, но мне, видимо, нужно прыгнуть вниз и... Тебе никуда не сбежать. Ты станешь одним из нас. Боже мой, это ужасно. Что здесь происходит? Надо мной лава, которая вот-вот меня убьет, и я просто не могу отсюда выбраться. Ребята, что-то мне подсказывает, что выбраться из этого красного круга просто невозможно, потому что лава стекает все ниже, ниже. О, боже мой, нет! Мне кажется, круг меня не отпускает. Он наоборот меня просто хочет убить! Это нет слов!